Всем привет! Я, так скажем, первый купил iPhone 6. Самый мощный телефон, смартфон. Самый продаваемый телефон в мире. Ну, давайте посмотрим, рассмотрим, сделаем короткий обзор. Так, поставляется он в такой нестандартной упаковке от Apple. Значок Apple видим. Не Китай, подтверждает мои слова, что оригинальный iPhone. Что мы сейчас посмотрим. Так, внутри у нас есть новое мыло от Apple. Чтобы, если у вас грязные руки, и чтобы вы когда вы хотите попользоваться новым iPhone, вы можете помыть руки легко и пользоваться iPhone. Это очень удобно и только в этой компании. Только Apple. Так, что мы видим на торце? Значок iPhone, iPhone 6, значок iPhone. Чем больше значков iPhone, тем более вероятно, что он оригинал. Значок iPhone 6. Вот. Открываем таким нажатием кнопочки. Вот. Открыли. Ну, достаем сам девайс. iPhone 6. Краткая инструкция от Apple. Вот такая краткая. Еще одна краткая инструкция от Apple. Тоже от Apple еще одна от Apple. Ну, еще одна, но только от Samsung. Ну, Samsung теперь помогает Apple, потому что там были некоторые проблемы, и Samsung теперь должен деньги. Ну, хорошая инструкция, пользуйтесь, вот. Так, в комплекте у нас еще стильный чехол для нашего iPhone. Белый, стильный, прозрачный, чтобы ветер мог продувать и новую операционную систему охлаждать. Очень хороший чехол. Салфетки от Apple. Как видите, значок Apple, видите? iOS. Салфетки от Apple очень хорошие. Так, новый USB коннектор. В комплекте должен идти еще одна батарея. Как видите, очень хорошая батарея, качественная. Потому что iPhone разряжается быстро, и нам на игры нужна хорошая батарея. Вот, она присутствует. Также у нас присутствует инструкция для этих инструкций. Вот, инструкция. Эта инструкция вам поможет управлять над этими инструкциями. А эти над вашим iPhone. iPhone 6. Ну, перейдем к самому телефону. В комплекте тоже поставлялась новая линза от iPhone. Как вы знаете, можно прикрепить линзу. Очень хорошие линзы, не китайские, точно я вам гарантирую. Линзы от Apple, покупайте, все от Apple. Переходим к телефону. Телефон вот в такой упаковочке от Apple. Вот, еще одна упаковочка от Apple, и смотрим. Фух, iPhone 6, пара-пара-рам. iPhone 6, точнее, iNokia. Компании объединились, чтобы создать новый продукт, iNokia. Очень хороший телефон, скажу вам, сенсорный экран меньше, теперь он не 4 дюйма, а всего 2. Ну, тоже хорошо, ничего. QWERTY клавиатура. Значок iPhone. Как видите, не китайская, не подделка, значок iPhone. Так, теперь давайте перейдем к самому телефону. Мы отложим все краткие инструкции от Apple. USB коннектор от Apple. Салфеточка от Apple. Батарея от Apple. У нас сюда будет. Линзы от Apple. И мыло от Apple. Мыло от Apple стоит всего $299. Но зато iPhone всегда будет чистый. Всегда. Упаковочку отложим. Ну, батарея, если вам нужна батарея, вот так ложите. Вот, ваш iPhone. Всего за 599 за 1 гигабайтную версию.